Привет, друзья! Очень много людей рекомендовали очень давно посмотреть Эльвира Ти, не будь дура. Я не знаю, кто такая Эльвира Ти, но я слышал у нее некоторые... Вот я тут вижу знакомые, что-то знакомые кадры, такси, что-то очень знакомое, правда. Ну, я не слышу ее, поэтому не знаю, поэтому я долго не смотрел, не прислушался к комментариям. Я просто не знаю, кто это такая и делает ли она классно или круто. Вот такие дела. Погнали смотреть. Это, возможно, грустный клип. Он тебе вчера не перезвонил. А кто из них кто? Или это группа? Он говорит, что ездил по делам. Или это вообще не певица? Я не знаю, как она выглядит. И ты простила его, как обычно, опять по своей доброте. Дурати, а он сегодня любил какую-то бру. И ты не знаешь, что делать теперь. Не будь дурой, я серьезно, ты же скоро. Блин, классно. Почитай литературы, таких как он, много еще найдешь. Не будь дурой, не будь дурой. Странно смотреть вот парню, который видит, как девушка страдает из-за расставания. Ну, просто больно смотреть. Милая, беги скорее от него и наплевать на его сзади. Какие милые кадры. Какие милые кадры там были. О, нет. Сейчас будет страшно, да? Не будь дурой. Оу. Что за поворот? Не. А, фак. Фак, машину жалко. Только к концу клипа понял, что не зря его посмотрел. Это было очень классно. Если тебе понравилось видео, не забудь поставить лайк, написать комментарий. Читаю все комментарии. Если ты здесь впервые, не забудь подписаться на канал и рассказать обо мне своим друзьям. Друг, это несложно. До следующего видео. Пока.